Доброго времени суток, народ, с вами как обычно Джесс, и мы продолжаем проходить Spooky Jump Scare Mansion. Сегодня мы ее добьем. Сейчас, ну, прям вот на этот, на данный момент, наиграно у меня... нет, мозг, я тебя помню, я не хочу с тобой никак общаться больше. На данный момент у меня наиграно аж 8 часов, у нее уже, по-моему, для игры за 250 рублей это очень хорошо, тем более, что она достаточно оригинальная и любопытненькая такая. Что за комната? Цепи. Что, интересно, ждет нас на этой сотне? То есть, чисто теоретически, я, конечно... Думаю, что уже ничего. Вроде мы всех открыли. Кого? Блин, привет. Все, это мы читали, я понял. Я определил. Я буду за тобой приглядывать, заканчивается эта записка. Не очень уютно, знаете. Собака опять решила пообщаться с другими собаками, по всей видимости. Делает он это громко, извините, я знаю, что это немножко, наверное, нарушает атмосферу. Так, у нас записка. Этот особняк странный. Я думаю, что кирпичи и дерево на самом деле просто нарисованы, и все до сих пор ощущается как подделка. Также я продолжаю слышать движения и голоса Белого подо мной. А, может быть, другие выжившие где-то здесь прячутся. Так, сломано. Винный погреб. Я слышу, как он спускается в... Ой, ну, идет по этому, по холлу. Мне нужно спрятаться, но я не знаю, где. Теперь я знаю, что это не выход или не место для отдыха. Это просто другая, ну, очередная камера содержания этого объекта. Думаю, он за дверью. Ребята. Мы в амнезии, реально. Wherever you are. Че, ушел? Поищем еще записок, или мы не настолько отбиты? Сломано. Сломано. Заперто. А здесь? Ага. Я понял. Здесь. Тихо, там записка. Это еще что? Какой особняк? В другом особняке. Возможно, я проделал весь путь, чтобы закончить его в этом доме. Может быть, это место для отдыха. Так или иначе, я думаю, что это хорошая... То это... Ну, хорошая идея здесь отдохнуть. Плохая. О, шкаф. Подожди, я не могу не встретиться. Я как-то умудрился убежать, но я не знаю, нас как сколько это продлится. Я слышу его даже, когда я знаю, что он его нет рядом. Как будто он не настоящий, но вместо этого мои собственные страхи. Но преследует меня. Я не могу спрятаться в шкаф.
Видимо, этот шкаф это просто как раз-таки отсылка к амнезии. Ну, реально где-то в чем-то таком, согласитесь. Это что? Это ключ. А мы сюда не можем выйти? Заперт. Ключ от спальни это здесь. Нет. Нет. Этот молодой человек хотя бы слышал того молодого человека с ножом. Я-то его не слышу. Записок нет, прячемся нахрен. Вряд ли мне понравится быть мертвым, чувак, серьезно. Остается только, чтобы он меня Little Piggy звал. Ой, какой это серп у него. Или даже коса, я не знаю, что это такое. Ой. Прошу прощения за странные звуки. Что, свалил, что ли? А, ну, ключ. Лайбрери. Разбрасывает ключи, тут ходит. Блин, а вот мне очень интересно сейчас. Да, эти сатанинские звуки довольно слышны на самом деле, что меня огорчает. Мне, видимо, придется периодически тормозить запись. Парлор. Не знаю, что такое парлор. Сейчас дойдем туда, узнаем. Соседи что-то там пилят. Давайте все пожелаем моим соседям скорейшего прекращения пилёшки. Пилять. Не, не можешь. Какой же ты неприятный. Да, это серп. Ну или коса, это коса. Серп, он, в общем-то, ничем не отличается от того, что... Нет, это коса, 100% коса. Парень, давай, дуй отсюда. Ты не шибко страшный и не шибко опасный. Интересно, нам при каждом попадании в особняк придется решать такой мини-это? Мини-квестик, собрать ключи и выйти. Ну, или мы вообще не будем больше попадать в особняк, это нас просто развлекает. Не, нет у меня здесь вали отсюда к херам. Свободен. Что такое? The book. The пианино. Так. Видимо, мне нужно вернуться в библиотеку, поставить там книгу на место. И получу последний ключ. Наверное, это так будет. Возможно. Это что? Путин, что ли? Открыть? А, это я могу назад вернуться. Блин, не надо, пожалуйста, никаких скримеров только, ладно? Он же слышал что-то под собой, помните? Бляха, жутко. Зажги фонарь, а. Так. Ой. Неудачно. У меня есть теория. Я думаю, что... А, это, ну, псевдо-особняк. Фейковый. Я думаю, что он играет с моей головой. И все еще слышу его. И должен найти того мужчину и убить его
сиклой Фандуми Форест. А, топором, короче, который нашел в лесу. А может не надо? Он сейчас мне навстречу пойдет, да, внезапно. Так, я что-то это, что-то напрягаюсь и замолкаю. Прошу прощения за это. Что за удар такой был? Это он где-то дверь распахнул? Блин, меня бесит этот длинный туннель. Я не хочу его убивать топором. Не буду. Я, возможно, даже могу это сделать, но я не хочу. У меня есть теория насчет того товарища. А, стоп, сикл. Жизнь. Что такое сикл? Это не касали? Пока он тут болтается, я, в общем-то, могу спокойно гуглить. Добрый день. Чё, вылупился? Серп. Ну да. Короче, не стоит его убивать, по всей видимости. Станешь таким же отбитым. Эквизитки. Это надо идти обратно теперь, да? Ладно. Очень длинный коридор. Жутко, бляха. А вот и скример. Так. Здрасте. До свидания. Теперь он за мной гонится, да? Да. Ладно, у этого молодого вроде нет особо никаких, как бы сказать-то, фишечек. Помимо того, что он быстрый, как хер знает что, харе. Так что от него можем тупо драпать. Чем мы и займемся? Мне кажется, если порубить его топором, то будет плохо. Мы, скорее всего, станем таким же шлепаном, бродящим по особняку и ищущим жертву, как уже с топором. Блин! Вау, нифига! Круто сработано. Я аж сам удивился. Бля. Что-то он там цедит за мной. Идет. Не напуган. Так, хорошо, 829. Чувствую, сегодня будет затяжная серия. Мы еще 50 комнат не прошли, а уже, блин, вон сколько сидим с вами. Ну и ладно. Хотя, не знаю, надо подумать.
От многого зависит. Если сейчас мы оставшиеся 70 комнат будем еще 20 минут идти там, ну или 15, то, наверное, я тогда на 2 все-таки разобью. Хоть это и не было в плане. Блин, прыгать нельзя. Не дохочется. Скоро за мной что-то опять начнет гоняться. Шумно, капец. Кстати, я знаю, к какой мы концовке идем. У меня, ну, были предположения, поэтому я не могу сказать, что я прям себе заспойлерил сильно. Пожалуйста, пожалуйста. Бегай за мной, сколько тебе влезет, огурец. Что за странный звук? Мы с тобой практически уже породнились. Ну, я как-то чисто интуитивно налево побежал. Огурец явно отстает. Если бы он начинал перед нами щемиться из этих луж, это было бы, блин, тяжело и страшно. Где он? Все, музыка кончилась. Значит, и он кончился. На! Все еще действенно. Все еще действенно. Могу пока порассуждать про грядущий Outlast, коль уж мы пробегаем относительно безопасные комнаты. Я, в общем-то, ну, как бы, ну, блин, он такой, он загоняет животным ужасом. Я не то чтобы сильно это люблю, как и скримеры, в общем-то, но сеттинг интересный. Если турка — это что-то такое, ну, практически автоматически ассоциирующееся с хоррорами, то это деревня, ну, сектантская, наверное, правильно сказать. Это общины, это круто. Это очень любопытно. Почему музыка поменялась? Это очень круто и потенциально интересно. Ну и плюс, учитывая, что Red Barrels, если я не ошибаюсь, да, разработчик, явно после Outlast и дополнения к нему хорошо срубили бабла, то, скорее всего, на выходе продукт будет крайне качественный. Уж чё-чё, а прям пугать до усрачки они умеют, как они показали. Будь я чуть впечатлительнее, и Deep Blue Skin мне бы... Или Глускин, как его? Глускин, наверное. Снился бы мне в кошмарах еще долго. Как там? Блять. Я вздрогнул. Я конкретно вздрогнул. Не надо, пожалуйста, выворачивать мои внутренности. Иди в задницу. Вот, это вот та же самая комната, ну почти та же самая, в которой я в прошлый раз сдох от этой шнеги. Не ломай мне глаза, пожалуйста, твою мать. Не, я сначала только типа, до кого это может убить, а сейчас я понимаю, что вот это вот... плавающая фигня очень сильно дезориентирует, я вам в стену лупился только что.
Нет, не страшно. Какие-то ссаные 10 комнат меня укачало. Ну как это, блин? Добрый день, сохранение, котик, топор. Chop till you drop. Ладно, пошли до конца. Я в нас верю. Это просто особняк очень много времени отнял, потому что там надо это... Нужно было решать вопросы. И последняя сотня, поздравляю вас. И начинаем мы с этой... Это, короче, 4 этих... Твич канала, если не ошибаюсь. Пойдем на скример посмотрим. Скример. Ну, скример. Ну, так не договаривались. Ты шутишь, что ли? Он так и не появился. Я все еще не понимаю, как открывается эта комната. Я просто делаю вещи, пока все не станет как надо. Ну что, кого нам представят на 10-й сотне? Особняк становится все менее приятным местом. Здесь все больше каких-то... Направо. Направо, направо. Направо. Нет, направо, направо, налево. Прямо. Прекрасно. Чистый рандом. Мать твою. Парень, у нас фонаря нету. Так, исследовательский отчет номер один. Больше китов. Больше китов привезут в учреждение завтра. Одного для проверки здоровья и двоих для. Которые уже умерли для вскрытия. Все больше и больше выбросившихся на берег китов. Продолжает появляться вокруг этих островов. И все еще непонятно, что это вызывает. Я ни хера не вижу. Если вы вот вы сейчас видите просто черный экран, то знаете, что это, блин, актуальная картинка в игре. Исследовательский отчет номер 5. Так, исследовательская это, база теперь в Дарнитов. Требует, ну, блин, господи. Требует больше инженеров. Мы... Нас затопило целый блок, и некоторые... Vital Staff, некоторые... эти, господи, работники пропали. Broken. Если я что-то пропущу в этой темени, вы, блин, не серчайте. Я ни хера не вижу, куда я двигаюсь. Каким-то чудом нахожу записки. Ой. It's too dark to see. Сломано. Да вот, блин, мне тоже кажется, что это too dark. Так, тут две записки. Номер два этот. Кит 014D. И, ну, у него странные отметины укусов. Они появились от меньшего млекопитающего, но страннее всего их расположение. Они внутри рта кита этого. Стоп. Inside the whale's stomach.
внутри этого живота кита и в 5 футах, короче, от. Так, давайте выйдем из комнаты, вернемся в комнату и прочитаем записку. На случай, если нас решит атаковать номер... какой там? 8? 5, 6, 7. Так, кит 015А все еще жив, но... Короче, хреново ему. Не знаю, не могу адекватно перевести. Я думаю, что могут быть проблемы с легкими... Но у меня нет инструментов, которые позволили бы проверить это без убийства животного, короче. Придется позволить ему умереть, чтобы это не вызывало, чтобы провести вскрытие. Гуманненько! Ни хера не вижу. Я это говорю уже. Эксперт 4132. И потом я смотрел внимательно «Морскую розу» небе «Casting Waving Shadows of the World». А, это, ну, бросающую плывущие тени на землю. Я увидел силуэты существ одновременно знакомых и забытых. И внезапно я нашел, ну, короче, обнаружил себя падающим. Океан тьмы. Очень необычный стиль построения фразы. Я теряюсь. Так, это я не могу открыть, это сломано. Здесь что? Это первая комната? Это первая комната? Какие же, блядь, приятные звуки-то, а? Везде льется вода, ни хера не видно. Выйти я не могу. 41.32. Как включить фонарь? Я не могу включить фонарь? Не могу включить фонарь, ладно. Здесь мне нечего взять, да? Чтобы посветить себе. Research Report 3. Мы здесь тоже были. Так, сейчас направо. Еще раз направо. Что здесь? Вода слишком высоко, я понял. Давайте по часовой стрелке проверять, что делать. Что? Что? Где? Ладно, не важно. Так, отчет 4. 015А Life жив, 015D dead. Так, кит 15 умер. Охренеть, я его услышал. Умер гораздо быстрее, чем я ожидал. Пока я уезжаю на выходные, короче. Я жалею, что не был здесь, но я ожидал, что он проживет гораздо дольше. Команда, которая делала это вскрытие, сказала, что не похоже, чтобы что-то было с ним не, с его легкими не так. Но живот... короче, из него прогрызли это, 2 фута в диаметре дыру. Ужас. Desperate match confirmed, super site. Да. Ну, здравствуй. Короче, это подтверждает теорию о паразите, который вызвал смерть. Зачем? Там еще видели госпиталь какой-то был? Сейчас я быстро это все повторю. You can do it, we can help. Так, сейчас быстро-быстро бежим до 910-й. И там потом быстро делаем это все. Ну, поскольку я знаю, что записки, в общем-то, не особо важны, я просто возьму и
побегу. Куда нам? Что за еб твою мать? Кэтдос. Здесь есть что-нибудь новенькое для меня? 12-й. Особняк. Есть еще 13-й. О! Привет. Так активно топят древние это, сущность воды. Believe to be lost soul. Считающаяся потерянной душой, которая трагически умерла во время Телюш. Чего-то. Очень эффективно против субъектов, которые не умеют плавать. Или это поддаются обаянию объекта. Чаром. Она нас будет манить. Замечательная, уютная комната. Так, я зашел сюда, да? Нет, я зашел сюда. Так, это мы прочитали. Что-нибудь тут есть еще? Ну да, паразит, точно. Кита мы смотреть не будем, уже посмотрели. Здесь сломано, здесь. Research Report 5. Мы его смотрели. А, ради всего святого света дайте мне. Ни хрена же не видно. Тут что, ничего нельзя? Уютная комната, сидишь, смотришь на китов. Вот он. Круто. Все, давайте валить отсюда. Я не помню, где код, поэтому я его старательно ищу, как могу. 41-32. Блин, ну что значит тут как туси, слышь? Что-нибудь с этими дырками сделать, да? Тоже нет. Может, сломанную дверь можно как-нибудь это открыть? Нет, очевидно. Или я где-нибудь какой-нибудь выключатель пропускаю, например. Открыть. Прочитать. Фонарь. Я его не видел, но я его нашел. 41-32. Выкинь нахер этот фонарь, а? Он меня нервирует. А я слышу девочку или животное, или что-то, поющую мне претендент. А, короче, чтобы я вышел с локатором из закрытой комнаты и позволил волнам меня это. Блин, убери этот фонарь.
Ни хрена же не видно. Блин, это ну? Я наверняка тону. Прочитать. Так, все эти работники исчезли, только я остался. По непонятной причине я остаюсь здесь. Сопротивляясь зову за закрытой дверью. Но я останусь как можно дольше. Не открывай эту дверь. Заперта, сломана. Ну, не пох... О, ключ. Где заперто было? Тут? Все еще заперто, что смешно. Так, а тут дверей никаких нету. Открывать тут нечего. Ключ-то я подобрал, интересно. Сло. Простите. Ну вот и нахера! Ты сначала должен усмотреться. Осмотрись, Карал. Что может быть не так? Отстань от меня, женщина. Я никогда не любил русалок. Я даже русалочку целиком не смотрел. Добежать, добежать, добежать. Оп. Свободно. Плыви своей дорогой. Это, видимо, тоже... Ну, невидимо, это просто явно тоже единичная встреча, которая никогда больше не повторится, но которая меня... В общем-то, радует. Че я гадаюсь? Зачем я гадаюсь? Она сидела на ящике, никого не трогала. Че мне надо было к ней подходить? А зачем меня заставили к ней подойти? Не, ну понятно, зачем заставили. Как-то взять и миновать последнего нового монстра в игре. Так. Ать, 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 быстро! Напряженная, блин. Дамочка. Но, с другой стороны, на самом деле, это, наверное, один из самых слабых монстров. Надо будет к этой серии прикрепить ссылочку на смерти от всех монстров. Ну или, не знаю, самому отснять. Посмотрим. Да вмонтировать в конец. Фух.
Фух, ладно, хорошо, от русалки ушли. Мне уже интересно, чем это все закончится. Ну, сейчас спокойно, конечно, можно было разбивать на две и не париться, но также веселей взять и добить. Налево, еще раз налево, налево, направо, налево, налево, направо, направо, налево, налево, направо, направо. Прямо? Прекрасно. Бля. Кто там? А, ты. Я не слышал, чтобы она такие звуки издавала просто. Не надо, пожалуйста. Я хочу еще поужинать после этой записи. А ведь пару серий назад я выражал надежду, что это будет пореже. А в этой серии меня захреначило этой тварью уже в который раз. Во второй или в третий? Во второй, по-моему. А, все еще слишком много. Тихо, спокойно. Ты не опасная. Ты просто ломаешь мне уши. Уши, господи. Глаза. Блин, а ты ломаешь мне нервы. Все, перестал, что ли? Двери больше не ломаются. Я по марионетке соскучился. Не думал, что когда-нибудь составлю фразу именно так, но да, я соскучился по марионетке, он прикольный. Спуки! Спуки, ты где? Распахивающаяся тварь. Сейчас накаркаю, блин. Накаркаю, сдохну от нее, буду себя ненавидеть. Перепройду это все по новой. Даром, что я теперь знаю, где расположен фонарь, и, в общем-то, времени у меня уйдет мало. Опять ты, что ли? Да, лол. Как это вообще возможно? Третий раз. Ладно, мы с тобой не с того начали. Давай, давай подружимся. Давай, давай выпьем пиво, сходим вместе, что ли, я не знаю. Я не знаю, как я выбрался из твоей комнаты. Я боюсь, ты тварь до усрачки. Я боюсь, что он мне спрячет выход и все. Как уже было однажды. Еще когда вот так вот он рядом ломает дверь, тоже не очень приятно. Так, направо. Оп, все хорошо. Тут все хорошо. Иди в задницу, ради всего святого. Больше прямолинейных комнат. Так, сюда.
Я уже испугался, что не найду дверь. Фух, ладно, хорошо. От Silent Hills... Блядь. Так вот, о чем-то я. От Silent Hillского монстра мы вроде успешно ушли. У нас осталось 10 комнат. Я упоролся в конец похода. Шесть. Пять. Сейф? Чего? Ну... Ладно, давайте. Давайте будем считать, что все нормально. Пока что. Последняя комната. Выход. Чудесно. Мы никуда не можем пойти, да? Да, тут, как видите, края довольно зоны ограничены. Что? Спасибо, что такая грустная? Сказала, что мы должны пройти финальный тест, чтобы доказать, что мы, дескать, достойны. Что это за херня? Я беру все эти записки, которые продолжают появляться, и скалываю их вместе. Что? Скрепляю. Здрасте. Что ты такое? А вы что такое? Ладно, я когда разберусь, я подрежу это. О, я понял. Теперь я понял. Это было странно. Вот эти колонны, это капец. Ой, я их обоих разом срубил, забавно.
Лови. Ты у меня получишь, блин, зараза. Ой, много. Вторая рука. Третья рука. Ну давай, блин, больше их. Дай! Хорошо, что-то улетело в него. Умри, номер девятый. Спасибо, Спуки. Да, я сделал это. Прекрасно, мы получили плохую концовку, и мы стали местным этим. Одним из местных объектов. Такая вот игруля. Сейчас я найду вам хорошую концовку. Так, чисто посмотреть и, не знаю, наверное, в описании кину ссылку на все смерти, просто чтобы видеть. Большое вам спасибо. Так, сейчас я сниму с себя наушники, а то меня глушит эта музыка, и я не могу нормально говорить. Большое спасибо, что были со мной в этом прохождении. Оно такое, конечно, немножко необычное, но сама игра, в принципе, необычная, конкретно необычная. Что ж, еще раз спасибо за внимание. Возвращайтесь в следующих прохождениях. Сейчас я пока нету Outlast, то что-нибудь придумаю такое, наперебиться, наверное. Что еще? Подписывайтесь на канал, друзей зовите, комментируйте, лайки ставьте. Я всему буду очень рад. Увидимся. Пока.